В принципе, я считаю, что это хорошее дело, но давайте не вермишель продавайте, продавайте что-нибудь такое вкусное. Еще раз хотел бы сказать, вряд ли я буду кушать вашу вермишель. Еще раз хотел бы сказать, что этот формат на Западе существует десятки лет. Это обычное явление всех больших мегаполисов Лондона, в том числе и Сан-Паулу, где вы были, где на улице продается еда. Где Сан-Паулу? В том числе. Ты Сан-Паулу был? Да. Сан-Паулу я бы ничего не кушал на улице, он девочки, не советую. Лучше бы в Индию еще съездил, там покушал на улице, последний раз в жизни.